Здравствуйте, дорогие друзья. Красивое сочетание цветов. Встречаются футболеры из ЗТК. Сразу хотелось бы сказать, что в составе сегодня футболеров Дарабек Артем, Андрусенко Александр, Роман Совяк, Климатицкий Владимир, Корец Валентин, Воскресенский Сергей, Сергеенко Руслан, Олейник Александр, Дмитрий Пахомов и Влад Лещенко. В составе команды ЗТК Ремеев Артем, Харченко Станислав, Мазур Андрей, Добрыневский Станислав, Ламаш Евгений, Хавеш Акрам, Мизин Дмитрий и Фролов Максим. Фролов Максим еще не подъехал. В принципе, непонятно, будет он сегодня или нет. У него работа, как стало известно. Ну, а Добрыневский Станислав – это заявленный игрок за команду ЗТК. Мазур. Алеши. Акрам переводит на Харченко. Станислав туда дальше переводил на Ламаша. Сергеенко. Боролся Воскресенский. Ну, часто такая игра такой контактный, достаточно жесткий футбол. Не для всех это удовольствие бороться против них. Но при этом характером команда и, в принципе, с опытом игр в турнире на достаточно хорошем уровне. Нет сегодня Дмитриенко Сергея. И вот как раз-таки отсутствие такого игрока, я думаю, повлияет на ситуацию. Потому что он являлся главным бомбардиром. Кому, как говорится, забивать сегодня? Сегодня придется работать всем для того, чтобы был результат. Кульматицкий, отличная обработка мяча. Воскресенский играет на Сергеенко. Снова Кульматицкий перевел на Руслана. Вот пробует на столба так спокойно Воскресенский открыться. Решил все-таки обыгрывать здесь. Хотя можно было бы назад отыграть, отстучаться. Как минимум еще. Халыши на Мазура. Снова Акрам. Мизин отыграл на Акрама. Харченко Станислав. Мизин. Кульматицкий. Владимир отлично вырезает передачу на Сергеенко Руслана. Можно было еще отыграть туда, на центр. Все внимание было как раз таки на этом фланге. Ну, может быть, с улыбкой воспримет Владимир мои слова, но видно, что понемногу набирает форму. Причем, не знаю, как тренировался, не тренировался на неделе. Ну, с настроением и активно начинает сегодняшнюю встречу. Это сразу заметно глазу. Акрам Хавеш на перекате. Попробовал чуть раскачать. Дальше продолжает вести мяч. И все-таки убегает в зону аута без каких-то положительных действий для своей команды. Климатицкий. Хавеш. Акрам переводит на Мизина. Мазур, Авеши, слабоват удар. Мазур. Снова Мазур переводит на Мизина. Мизин далеко от себя отпускает мяч. Но этого достаточно, чтобы все-таки с мячом остались ЗТК. Поборолся там, не опасно это было. Сергеенко, Руслан. Подает вперед передачу на Воскресенского. Прострел заблокировал Добрыневский Станислав. Мизин. Мазур. Переводит на Харченко.
Тихонов, Добрыневский. Мазур. Протянул немножко Мизин, видел, что обострять будет достаточно рискованно. Добрыневский, да, была рука. Игнат опозданием, но все же судьи дают свисток. Разошлась немножко стенка, но это никак не повлияло. Кульматицкий. Владимир отыгрывал налево, перекрыли эту передачу. Добрыневский, Харченко на Мизина. Мизин. Сергеенко. Авайшина, Добрыневского. Попробовал пробить восьмой номер. Ламаш Евгений. Уже не тут уже пас надо было отдавать. Все-таки второй дублирующий удар туда же, где вратарь готов. Не так полезен, не так эффективен. Кульматицкий обрабатывает мяч. Есть коридор пробежать вперед. Дается отобрать команде ЗТК мяч. Мазур на Добрыневского. Перевод на Хавеши. Хавеши зрячий пас на Ламаша. А вот тут передачка, конечно, не позавидуешь. Кульматицкий. Сергеенко, какой отбор, но тут же, правда, и риск был. Авеша Акрам. Дорабека выручает, что было сил, вбрасывает. Кульматицкий. АВШМ, Добрыневский, на Мазура. Станислав Харченко, обстучали с Мазуром, снова Харченко. Что за пас, непонятно. Акрам Хавешин на Харченко. Дайрабеков. Курец. Сразу по диагонали туда вперед. Прострелил. Хавеши обозначил, что владеет мячом. Хавеши. Мазур. Борец. Ну, колотил так колотил. Без шансов для Ремеева здесь, друзья. Вот так. Минута. Минута. Там желтая карта. Пятая. В 9 минуте ЗТК пропускает мяч. В принципе, это первый мяч в этой встрече. Мизин. Мазур. Ламаш. Курец. Пожалуйста.
классное открывание от корица. Может быть, сразу надо было бить или какое-то короткое движение делать касанием. Но решил так далековато для себя пробросить, и шанс у Ремеева появился. Там пока нельзя вынимать один раз. Хартинка. Курец. Андрусенко. Снова курец. Куда, блядь, сюда! Нападай, я взял. Корец. Хорошо из-под игрока пробивает десятка футболеров. Это сложно не заметить. На высоте на самом деле. В таких бомбардирских качествах. И, мне кажется, тренируясь, футболеры выходят на определенную свою какую-то форму боевую. Ну и, конечно, это все, вот эти все вложенные усилия на тренировках начинают приносить свою пользу. Корец. Идеальный прострел, и есть забитый мяч от Воскресенского. Прекрасная передача голевая. Кто подскажет, что ты пасы? 12-е? 11-е. 2-0, друзья, вот такой счет. Сложно затыкать без своего основного бомбардира. Климатический переводит на Сергеенко. Это сейф. Сейф от Ремеева. Андрусенко. Решили взять тайм-аут ДТК. Чуть передохнуть, восстановиться и оценить вообще, что происходит. Харченко на Мизина. Снова Харченко. Мизин, я напомню, 2-0 сейчас выигрывает футболеры. Вот такой небольшой рывок в сторону игрока от Кульмадицкого приносит тому же пользу команде футболеров, потому что испугался там Станислав, как дернулся, неуверенно сыграл. Мизин. Харченко. Авеши. Дайрабеков вбрасывает налево. Андрусенко. Андрусенко борется против Добруневского. Обстучали стеночку, но Харченко здесь отрабатывает который раз на ура. Воскресенский. Два фала для ЗДК, ненужных два фала.
Саша, старый. Хольматицкий. Сочный удар в стенку. Отстояли ЗТК сейчас. Ну, нужно по позициям разбирать игроков. Не стоят ЗТК в зонной обороне. Скорее, больше по ситуации, по игрокам. Старается вытеснять. Вот сейчас Хавыша явно выше пошел вперед. Добрунецкий. Убивать надо, ближе стоять, Стас, по игроку. Стоял бы ближе, уже успел. Андрусенко. Харченко. Ауэши. Макрам играет на Харченко. Мизин, Харченко, Добруневский. Ну, это передача в спину. Имитация попытки ударить у Стаса была. Сергеенко. Андросенко. Приводит на Кульматицкого. Пятый команды ЗТК. Сбивайте за игроками трошки. Свалили и даже на желтую наиграл здесь Мизин. Пробный удар от Воскресенского. Не точно, но неплохо. По попытке Добруневский. Ауэши. Мазур в касание играл. И все же эту передачу перехватили усилиями коллективными футболеры. Сергеенко. Мазур играет на Хавеши. Хавеши Акрам протянул Бобровки, но теперь силы нужно искать, чтобы вернуться. Воскресенский. Турматицкий отыграл назад. Воскресенский. Ламаш. Отобрали мяч ЗТК. И хаут сейчас. Мазур. Добрыневский. Ну, играл отлично. Конечно, ударить сил не хватило. В этом моменте приложиться правильно по мячу. Ребят, мы что, не спешим, я не пойму. Ремеев. Мазур. Валик ниже. 3-3 сейчас. Так потихонечку. И один, и другой игрок идут вперед. И есть обрезка. Сейчас будет непросто команде футболеров. Корец, он уже забивал сегодня. Мазур. Боже мой, что происходит? У нас автогол, друзья. Не ждал такого Дайрабеков. 18-е. Хольматицкий. Переводит направо. Отлично. Дальше передача была не так хороша. Можно было и самому там протягивать. Харченко. Корица сзади бежит. Чисто отбирает, как на поезде проехал мимо Станислава. Ауэши. Хольматицкий переводит на Корица. Корица дальше налево. Ребят, да, спокойно,
Олейник попробовал пробить. Далековато, мне кажется, было для удара. Снова Олейник на Кульматицкого. Назад еще один, его помогите там. Не могу уже здесь, а потихоньку идет. Демеев. Акрам Хаваши. Мизин. Снова Акрам на центр. Харченко. Мазур. Браво, давай все! Местами даже дают разыгрывать, честно говоря, футболеры. Но вот усталость уже видна. Команды затыкаем. Этот перерыв нужнее. Олейник на Андрусенко. Двигаемся! Игроки бегут, мы идем! Давай! Харченко перевел на Мизина. Сильный удар от Олейника заблокировал его Ремеев. Тут же далеко-далеко вбрасывает. Почти идеально. Бьем быстро, 4 секунды. Давай! Ребята, бежит, мы идем. Мазур. Андрюшка, бей сразу, дружи, время. Первый тайм окончен. У нас еще 20 минут впереди. Я напомню, что 2-1, футболеры забили 3 мяча, 2 ворота соперника ЗТК и 1, к сожалению, для своего какого-то такого внутреннего удовольствия и свои. Сергеенко. Ломаш хорошо здесь зацепился и, в частности, повлиял. Попрессинговал, конечно, но отобрать мяч не получилось. Но каждый такой маленький вклад в отборе превращает игру команды, на самом деле, в каменную стену, если это делать каждым. Корец. Сбрасывает назад на Сергеенко. Мизин. Верховую борьбу выиграл. Дальше опустил мяч, сохранил. Добрыневский. Мазур. Мизин. Мазур пробует пробить издалека. На всякий пожарный там как Доробеков выручает. Корец.
Многие, наверное, спросят, почему здесь не желтая. Это неосознанный срыв, рука не искала мяч, а просто в естественном каком-то положении была. И в любом случае, это, конечно, свисток судьи, но, по их мнению, это неосознанная игра. Ремеев выбрасывает на Харченко. Станислав на центр, Добрыневский обрабатывает передачу, тут же возвращает назад на четвертого номера команды ЗТК, Мазур. Добрыневский, Мазур, прошу прощения, Харченко, вот теперь снова Мазур. Явно видно, конечно, что пас-то хорошо налажен у ЗТК, но перемещений не все же не хватает. Воскресенский. Воскресенский уходит вправо. Ремеев Артем, что творит? Выручает дважды. Ну, такое можно записывать и в моменты. Какая минута? 23. Я думаю, что это был эффект. Эффектная два раза сейва и после удар. Воскресенский на Кульматицкого. Есть диагональ. Андрусенко. Ремеев выручает. Добрыневский. Все же перетянул с передачи, на мой взгляд, восьмой номер команды ЗТК. Мазур. Харченко. Сергеенко. И вот Воскресенского. Сложное решение, на мой взгляд, от 13 номера. И тут же есть отбор от ЗТК. Пробуют они начать свою атаку. Добрыневский. Мазур. Харченко сохраняет мяч. Колоссальное количество работы Станислав проделывает в поле за команду ЗТК. Это видно невооруженным глазом. Но, как мне известно, вроде как на травме он играет. Ремеев на Добрыневского. Мазур. Мазур, хорошо. Один-один, да. Дальня. Один на правой. Помоги. Давай! Давай! Оленик. Сергеенко. Воскресенский. Кульматицкий. Снова Воскресенский. Снова дублирующий удар от Гальматицкого и отличный сейв от Ремеева. Верни!
Минута! Минута! Двадцать седьмая минута, друзья, и очень эффектный сейв. Сергеенко. Спокойно, спокойно. Да, да, да. Я же еще не сделал. Блядь, посмотри, на себе. Вымазицкий. Хорошая передача на Сергеенко. Тут непросто Руслану было оставить мяч в пределах поля. Очень непросто. Ламаш. Мизин. Харченко играет на Мизина. Снова Харченко. Ламаш. Ну, как-то получше стали сейчас играть ЗТК, больше двигается. Правда, это на пользу-то и для футболеров. Мне кажется, они больше восстановятся. Кальматицкий. Выигрывает борьбу Владимир. Ой, какой шанс сейчас у футболеров-то забивать. Ну, вот тут контроль показал то, что нужно, честно говоря. Владимир Кульматицкий. Ламаш. Стороны, пожалуйста. Выше, выше. Добрыневский. Повыше не точно навешивает Акрам. Нужно потихонечку возвращаться. И напомню, что 2-1, всего 3 мяча мы победали в этом матче. Кальматицкий, еще один шанс. Акрам Хавеши. Добрыневский. Мизин. Кальматицкий хорошо отбирает мяч, переводит дальше, вперед, и тут не поспевает. Не поспевает здесь. Двое игроков открывались, на самом деле, предлагались. Но вдвоем же не успели. Мизин на Добрыневского. Мазур. Хавеши на Мазура. Добрыневский. Ремиев. Акрам Хавеши. Классная игра. Туда на центр. Бить там было невозможно. Акрама. И тут же есть контратака от футболеров. Не будто выжидали этот момент. Оленик. Мизин не решается идти в обыгрыш, не пробует как-то свои силы. Друзья, я напомню, что всего один мяч разделяет ЗТК, и забив сейчас, они сделают очень большую, колоссальную работу в борьбе за один балл после этого четвертого тура. Да, не так.
Хороший пас на дальнюю штангу от Акрама, Хавеш и Мизин там. Мизин на дальней штанге реализовывает. 2-2. Вот так сравнивают счет. 32-я. Честно говоря, сложилось впечатление, что симпатичнее выглядели именно футболеры, но во втором тайме как-то это немножко рассеялось, что ли. Стало не так заметно. Пробный удар от Олейника. Андрусенко. В поле оставил мяч. Ламаш. Давай! Не продолжай бежать! Возвращайся домой! Андрусенко. Мизин играет на Харченко. Есть отбор от Андрусенко. 2-1. Примеев на высоте, друзья. Мизин переводит на Ламаша. Не поспевал, на самом деле, Мизин. Не знаю, почему просил. Неприятное попадание по спине. И тайм-аут берут сейчас за ТК. После такой небольшой паузы, конечно, хотелось бы, чтобы смог продолжать дальше играть. Александр Олейник. Харченко. Ламаш, отличное открывание от девятки команды ЗТК. Мазур на Харченко. Давай, давай, Женя, давай, Дима, давай.
Андрусенко. Сергеенко. Андрусенко, какой пас таки отдает. Классная комбинация. И завершение было от Воскресенского, но не совсем ворота. Красиво смотрелось это. Мазур. Олейник. Вышел в сужое поле. Кульматицкий. Мазур играет на Харченко. Мазур. Карабеков на высоте в этом моменте. Он вытаскивает просто мяч под ног Мазура. Добруневский. Помогай! Отлично, отлично! Разберите по игрокам! Олейник. Мазур. Хороший шанс для Кульматицкого. И сейв. Какая минута? Ремеев. Акрам Хавеши. Сильный удар от Хавеши в игрока. Ну и тут мяч покидает пределы поля. Аут для команды ЗТК. Сергеенко. И Олейник у нас забивает с передачи Сергеенко. Нужно будет только уточнить. Женя, уточни фамилию. Олейник, да? Фамилия, пожалуйста. Скажите, кто забил. 38-я. Пахомов, я понял. Пахомов с передачи Сергеенко на 38-й минуте. Вот так новость. Вырывается вперед футболеры. Корец. Переведи, Валик. Валик, назад отдай. Уже еще один. Здесь нет, Даня. Когда Татар выходит, какую работу там проделал Сергеенко, Руслан? Хотелось бы отметить. Считаю, что просто великолепно сыграл. Вот, сократив дистанцию, ближе подбежал к мячу и раньше на опережении переиграл Ремеева. Кульматицкий. На самом деле, Кульматицкий Владимир мог выбирать, бить прямо с линии, там, где стоял мяч, или бить с десятки, вот с 10 метров. И будет пробовать пробивать с 10-метрового. Есть забитый мяч от Владимира Кульматицкого. И я думаю, что на этом мы и остановимся. 4-2. 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 4-2
Прошу прощения. Кульматицкий. Помогите! Своди. Кульматицкий, какой дриблинг и сейф от Ремеева. Харченко постарался зрячий точную передачу отдать. Пахомов на курица. Есть еще один забитый мяч от курица, который первым же и реализовал сегодня в нашей встрече. Стучит финальный свисток, 5-2 выигрывает в этом матче футболеры. С чем их и поздравляю.